И всем привет, друзья, с вами я, Артём и Тёма, и, друзья, наконец-то вы третья серия. В общем-то, многие спрашивают, почему так долго нету третьей серии, я просто очень часто записывал видео, а сейчас что-то как-то... В общем, друзья, у меня появился новый план, поэтому как бы долго не было роликов, потому что я не мог снимать и заходить на серию, все из-за... Все по одной простой причине, меня зарейдили второй раз. Да, первый раз вы не видели, я снимал серию, но она просто вышла к хавну. Да, я рейдил. Базу я рейдил вот тут вот, на военке. Окупился. Но весь лут, который я собрал, он лежал в этих шкафах. А эти шкафы... Логично, потому что меня зарейдили. Так что, друзья, сейчас я постараюсь восстановить все по максималке, что есть, короче, в моих силах. Ну вот, слава богу, эту часть не видно. Зато вот тут подстроились, теперь я не знаю, как это делать. Нужно это просто взять, как это застроить это все. Так что сегодня, друзья, я постараюсь, может быть, под конец серии мы кого-нибудь и зарейдим второй раз. А так, я постараюсь эту серию чисто сделать для дома. Во-первых, что я хочу сделать, это восстановить дом. Во-вторых, я хочу сделать первый свой дом. Как по мне, это очень полезная вещь. У меня есть дальний мир. Я думаю, если я поставлю турель, то это, ну, хоть как-то скажется на защите моего дома. И в-третьих, ну, это не в этой серии будет, но я в этой серии начну собирать железо. Сперва я потрачу все железо на шкафы железные. Штучек так 6-5 можно их сделать. А во-вторых, я хочу сделать, как по своему плану, вот в этом месте, дом железа. Ну, пристройку железа. Так, чтобы ее было сложно зарейдить. Так что вот так. Ну что ж, друзья, давайте приступать. Так, ну что ж, друзья, вот так вот у меня получилось застроить дом. Вы многие спросите сейчас, почему я не заделал эту часть. Потому что если я сейчас уберу шкаф, то мне он не дойдется. Я его, то есть, не возьму. Он у меня разделится, то есть, на железо, из которого я его делал. Но очень мало мне дадут с него, то есть, обратно железо. Потому что тут не full процент, то есть, тут только 32, и поэтому, как бы, если я его уберу и поставлю стену, то, как бы, у меня шкафа больше железа не будет. А я так не хочу. Ну, пусть пока что вот так побудет, где на серии не так уж много, ну, один. Я думаю, то, что сюда толком никто не проберется. Если кто-то проберется, то ему будет плохо. А сейчас, друзья, я предлагаю вам, точнее нам, отправляться на военку. А после военки я уже предлагаю идти в Москву и попытаться найти там горелку и нужные нам как бы вещи. Так что погнали! Ну хотя, как я тогда потом этот вертолет заберу? Логично. О. Подписывайтесь на СК4. Неправильно написал. Вот. Вот это правильно. Подписывайтесь, ребят, на Артём Плей. Ребят, я сразу.
надеюсь, вы тоже видите. Ну, жалко то, что тут компаса встроенного нет. Ну, это логично, это нет. Что? Что, танк? Ребят, танк заспавнился. Серьезно? А вот у меня есть танковый патрон. Если сейчас танк будет открытый. Да ладно. Танк открытый. Пушка-бомба, честно говоря. И еще бензин, как будто кто-то залил. Он же всегда с нулевым вроде бензин, нет? У меня есть с собой канистра. Можем, знаете, что попробовать? Где-то залить бензинчика, притащить сюда и угнать танк к себе домой. Вот это будет кайф. Вот это будет кайф. Так, это на превьюшку пойдет. Часть танка. Не, ну а чё? Мне превью нужно натуральный делать, как бы. Я же все на это не качаю, как бы. Отлично. Так, я убил. Надо было танк закрыть. Я просто за что сейчас боюсь? Придут какие-то челики, вот новички, да, допустим, которые сейчас только что зашли на сервер. Первый раз в жизни. И они сейчас просто возьмут... Кидстарт, там есть пестик. И меня тут будут обстреливать. А у меня нету оружия. От слова совсем. Вопрос следующий. Что делать? Вот знаете, вот сейчас шел-шел пока сюда, я вот думал, как назвать того человека. Ну вот, видите, он тут все заставляет своими факелами. Чтобы вы понимали, это почти... Вот, вот они, вот они. То, что я вам говорю, что они тут пытаются застроиться. А, они застроились. Дыхает, значит. Так вот, в чем весь прикол? Я не знаю даже, как назвать того человека, который рейдит просто всех подряд, больших, небольших, маленьких, не маленьких, деревянных, железных. Ему без разницы, кого рейдит. Я не понимаю одно. Когда он это все успевает делать? Если я прям очень часто в игре захожу и сижу. Вариант у меня остается только один. Это ночью. Ночью я... О, кайф. Ночью я тоже играю, но не так сказать, что прям часто-часто. Так, кстати, важная информация. У меня осталась последний канистр. Итак, да, друзья, угадайте, что? Я сделал зеленый. Так, я не нашел тама. Горелку. Скажите хотя бы что-то. Это, кстати, хорошо. Можем вместо зеленого, кстати, построить вышку. Это тоже. Ой, как. Почти 100%. Ой, как. А кто там пытается меня запустить? Что, блин, вон луна. Это плохо. Две. Включены хард режим. Какой, блин, им хард, если они и так тут фунтики не могут вынести. А, блин, он так похож на Алиспак вот в таком положении. Слушай, это кайф. Это еще место хард. Так, я хочу сейчас банк пойти. Да боже, у них тут все просвечивается. Не, ну я предлагаю им просто... А, ну там же две двери будут. Отлично. Кстати, я не очень знаю то, что внизу двери. Я очень тупо... Две сразу! Это просто мамамия. Смуйда. Так, я, кстати, хочу вот тут. Вот я взял две желтых. Ничего. Земли. Вот. Я хочу себе сделать вот такие же крутые. Но когда их много, только тогда они будут. Это можно ломать! Кайф. Вы начали рейд. Я могу рейдить катаной. Ребята, я могу рейдить катаной. Кайф. Наверное, по одному хп там сначала. Давайте проверим. Она. Я уверен, то, что сейчас долго будет. Ну кто этот, главный поймет то, что я его пытался. Так, ладно. А, как я тут конец еще.
А, у меня есть планы. Вот, это у нас фул. Вау. Теперь это складываю. Это меняю. Это беру. Не помню. Ну, короче, нам должно хватить. Все идет. Ну что ж, друзья, вот и подошел наш выпуск к концу. Я улучшил наш дом, я бы сказал бы даже в два раза улучшил. Я облутал военку и нашел там коллаж. Ну, как бы у меня были уже все эти модификаторы, всякие модификации. Я уже улучшил его. Вот, теперь он имбовый коллажик. Потом, я облутал аирдроп. Он прилетел сразу же на военку, когда я там был. Там не было райтлуда, но там лежали пушки с немецкой, ну, с Германией, скажем, Германией. В принципе, пойдет. Ну, давайте смотреть, что я улучшил. Я улучшил, во-первых, сделал два отсека. Первый отсек это ферма с моим спальником. Ну, вот с этой штукой. Второй отсек это как раз-таки наш склад. Это столик деревянный, факел. Я уже думал, что он его уже подранил. Шкафы. В этом шкафу лут. Я как раз таки все. Выполнили мы еще одно задание. Это скрафтить первое C4. Вот оно. Вот оставшийся рейтлуд есть. Потом этот пустой наш шкаф. Тут всякая вархолочка такая с аптечками. Тут у нас кони. Ну, короче, все для транспорта. Тут у нас пушки. Оружейный такой шкафчик. Тут тоже. Место у нас теперь есть, можем спокойно рейди в следующей серии. По поводу следующих серий. В четвертой серии, то есть следующая, я буду собирать железо на железный дом. 100% построю и поставлю железную турель. Ну, а деревянной не бывает, так что железная турель будет обеспечена. И, конечно же, друзья, будем рейдить в следующей серии. Будем рейдить, а в пятой серии уже будем строить железный дом. Железный дом. Танк у меня стоит, получается, мне бензина чуть не хватило, я его довез. Сейчас скажу. Не возле военки, я его немножко подпрятал. А, так, вот. Чё тут видишь? А, вот, вот под этой скалой вот тут стоит он. Так что вот так, друзья. Ну, надеюсь, вам понравилось. Давайте 7 лайков, и будет у нас 4 серия. Давайте лучше 10. Ну, 7 это минимум. Минимальное число это 7 лайков. Давайте 10, потому что я очень старался снимать этот выпуск. Так что давайте, поддержите меня. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Поддержка для меня будет всегда. И лайки тоже. Буду очень рад, если над этим выпуском будет 10 лайков. Так что давайте. Лайк. И комментарий, если вы хотите что-то видеть в следующей серии, то давайте, пишите в комментарии свои идеи. Ну а с вами, друзья, был я, Артём Атёма, Артём Плей, если вы точно. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.